И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, как всегда, отличное настроение, сегодня мы играем в Гаррис Мод, будем продолжать рубрику «Какой аниматроник самый быстрый», но с новыми пилпаками. Серега, поздоровайся. Всем привет. Ну что, Серега, надеюсь, этот ролик всем понравится, все его ждали. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. У кого день рождения, с днюхой. Я даже немножко запереживал, будем начинать. Так, подожди, мы такие жирные, калитка даже не открывается. Давай, короче, выберем не эту улицу, а вот здесь, где нет машин. Так, сейчас я покажу. Я умею очень быстро летать. Во, вот здесь вот вообще четко будет. И вот туда будем бежать. Давай отсюда тогда, от упора. Раз. Так. Отчитай, отчитай. Секунду. Раз, два, три. Пилпак один и тот же, аниматроники бегают по-разному. Так что уже есть в этом прикол. Не, Серега, уже можешь назад и не бежать. Ну ладно, я пробегусь. Я уже понимаю, что я просто отдыхаю, курю в сторонке. Ну ладно. Сейчас, может, все-таки попадется мне быстро. Смейся, смейся. Так, он взял боньку. Боньку с чикой теперь. Так, раз, два, три. Да мы одинаково бегаем. Бегаем одинаково, да? Ну, по идее, да. Даже на задним ходом. Я не держался. Так, хорошо, будем знать. Ребята, напишите потом в комментариях, какой аниматроник самый быстрый, потому что, может, мы не запомним. И, надеюсь, вы поддержите нас лайкосиком и поставите классный комментарий. Так, ладно, давай, друг. Мне весело. Раз, два, три. Эй, ты такой быстрый! Это Фокси. Я начинаю, да, фигня заниматься. Ну, понятно, что твой очень быстрый. Хорошо. Два тогда я голова... А, подожди. А что, у нас разные или одинаковые? Давай. Раз, два, три. Ого, да что такое? Это просто какой-то нереальный псих. Подожди, а кто может... Вот это все-таки может... А нет, подожди, это тот же самый. О, давай проверим, Фокси или голова. Да я уже вижу, что голова все. А ну-ка, давай, беги. Раз. Пока, Димас. Да ну что такое? Ты, наверное, быстрее летишь, потому что ты рот открываешь. Хорошо. Потому что у меня только голова, она легкая сама по себе. Давай тогда следующий пак берем. Так, ну что, сейчас будем проверять аниматроника из FNAF 3 Фантомы, да? Раз, да. Два, три. Балунбой, быстрее. Димас. Ну да, я понимаю, что все. Да. Хотя ноги вроде короткие у меня. Да ты летаешь, поэтому, наверное, ты как бы и быстрей. Хорошо. Чика. С автомата сейчас вылезет. Блин, так прикольно анимации сделаны. Даже приятно их смотреть. Так. Ну что, давай. Раз. Раз, два, три. Не, ну Фокси какой-то всегда быстрый. Ну он всегда быстро бежит. А я как рахит какой-то. Грязный, ну жирный, грязный, вонючий. Так, сейчас добегу, все будет нормально. Так, ты взял... Эдди Манглиха. Угу. Погнали. Бум. Чпонькс есть. Раз, два, три. Наконец-то я быстрее тебя. Я тебя обгоняю. Да нет, отвали, ну не хватит. Все равно быстрее. Вот так руки, да, вроде как-то держит прикольно. Хорошо. Марионетка. Ага. Вот чем. Ты готов? Я готов. Раз, два, три. Да, ну мне видишь, не везет просто, я всегда медленный специально беру. Ты даже задним ходом жопа впереди летишь. Вперед жопа, чем я бегу. Нормально, нормально. Так, кто у нас тут остался? Спрингтрап. Давай сравним его с марионеткой. О, давай. Вдруг он быстрее будет. Вставай, мужик. Ой. Я хочу за него побегать, надеюсь, он будет быстрее, чем марионетка. Раз, два, три. Да, давай. А там режим переключить. Сейчас, сейчас, уже это делаю. А, ну сейчас. Во! Мужик. Видишь, ты меня не можешь догнать. Да ну ладно, да как?
Вы редко сюда, вы что ли, быстрее? У него третий режим там есть, он вообще бешено бегает. А ну-ка. Да не, это Рахит, он опять, не. Так, хорошо, давай следующий пак. РП-2ТЕ. Погнали. Так, хорошо, давай я мангл возьму. Ты готов? Я готов. Раз, два, три. Да нет, ты уже понятно, что ты быстрее. Я очень быстрый. Боится, у тебя, знаешь, как можно с тобой бегать? Вот так вот. А, она не ТП хается, просто бегает. Из-за того, что три ноги, наверное. Я тут ускорился. А, все-таки он может быстрее? Я R нажал, переключил. Так, давай дальше. О, прикольно, скелет марионетки, сама марионетка. Смотри, я уже... Да, подожди, стой. Раз, два, три. Я слышу, как твой звук отстал. Все-таки, видишь, сделана марионетка всегда быстрее. Я ж летаю, ты бегаешь. Хорошо. Давай дальше. Хорошо, давай я возьму этого. Ты готов? Я готов. Раз, два, три. Не, все-таки видишь, ты можешь. Умею, могу. Он не тпхается, очень странно. Все, я понял. Хорошо, давай я возьму мангл. Во, вот такой режим, где он бегает. А ну, R нажми. Я уже нажал. Хорошо, раз, два, три. Одинаково. Ребята, все-таки... Быстрее, быстрее. Одинаково бежим с тобой, Серега. Да, одинаково. Полностью видно, что все четко. Сразу понятно. Хорошо. Фредди. А, это он тпхается, у него нет режима. Ну, давай проверим, может, все-таки по-разному будут. Раз, два, три. Ого! Нет, быстрее. Нифига ты себе, я ломлюсь. Быстрее. Я как настоящий медведь бегу, я тоже могу тпхаться. Так, кто у нас там остался? Ну, вот этого Боннику, Golden Bonnie. Той трап проверим, ну, с этим Golden Freddy. О, гон быстрый. Хорошо, давай. Раз, два, три. Go too fast. Не, мы одинаково бежим. Не, мне кажется, ты чуть-чуть быстрее. Давай еще раз, подожди, еще раз. Отчитывай ты. Раз, два, три. Видишь, ты быстрее бежишь немножко. Видишь, ты отрываешься. На пару миллиметров. Да, на пару сантиметров. Так, давай следующий пак. Во, как раз тут. Я беру, давай Боньку. А, хорошо. Два дурачка собрались записывать ролик. Так, ну что, ты готов? Я готов. Во, я другой режим включил. Раз, два, три. Чика, блин. Что? Да жирная. Ну, давай проверим, а вот отсюда, а ну-ка. Не, я быстрее бегу. Быстрее. Бонька побыстрее. Да, ну видно, я отрываюсь. Фокси. Хорошо, Фредди. Прикольные звуки. Раз, два, три. Да не, смотри, он руку вперед тянет, из-за этого он быстрее бежит. Блин, Рахит, да быстрее. Да ну, блин, R нажал, ты пэхнуться, хотел читерить. Не получилось. Давай, давай. Так, Фокси быстрый очень. А кто тут еще был быстрый самый? А Бонька был быстрее. Давай сейчас мы их проверим. Так, давай, 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 заходи. Сейчас режим включу. Раз, два, три. Я быстрее? Я обгоняю тебя. Не вижу, не вижу. А ну давай еще, подожди, стой, я должен выиграть. Подожди, это медленный режим, это конченый режим. Еще раз, раз, два, читай ты. Раз, два, три. Раньше я хочу выиграть! Да хватит выиграть. Выиграю. Да ну как? Блин, ты все равно быстрее. Даже мухлю ты проиграл. Да ну видишь, так бывает. Ну что, ребята,
не влазит в один ролик все паки. Если вы хотите, чтобы мы в следующей серии сняли какой аниматроник самый быстро, пишите в комментариях. У нас еще есть 3 пака, которые мы не смотрели. Но если вам понравился этот ролик и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и все, пока! Это сейчас.